Сегодня с «Газпромом» подписан уникальный инвестиционный проект, долгосрочный инвестиционный проект. Инвестиции, которые будут вложены «Газпромом» в инфраструктуру энергетики Вологодской области, составляют более 5 миллиардов рублей на ближайшие 10 лет. Будет капитально отремонтирована, проведена комплексная реконструкция и модернизация и построено новых 195 энергетических объектов по всей территории Вологодской области. Это 20 районов, 195 объектов. Предстоит огромная работа по реализации этого проекта. Я благодарен Миллеру Алексею Борисовичу за полную поддержку, потому что это пилотный проект для всех регионов Российской Федерации. Таких объемов инвестиций «Газпром» не делал ни в один регион России. Я уверен, что это соглашение даст новый толчок в развитии энергетических мощностей, росту экономики, инвестиционной привлекательности региона. Я доволен подписанием соглашения. Это новый этап жизни Вологодской области.